Сидящие в тесных контейнерах животные скулят после переезда. Декоративные породы собак, согласно гастрольному графику, прибыли сюда из набережных Челнов. В этих ящиках, по словам очевидцев, животные провели всю ночь. И на следующий день я увидела, что там делают клетки, и собак поместили в эти клетки. Все равно я считаю, что это негуманные условия. Как заявляют администраторы, эта выставка не является контактным зоопарком, которые и сейчас запрещены. По документам, это именно выставка. Вольеры сделаны так, что собаки могут укрыться. Если они не хотят с вами общаться, к вам приходить, они уйдут к себе в вольер, они спрячутся. А вот как содержатся собаки. Они вполне раздольно бегают по павильону. Есть, видимо, проблемы с выгулом. Вот одна собачка сходила в туалет возле клетки, а выставка оказалась вполне контактной. Вот один посетитель гладит уставшего пса. Не боли, не боли. Как будто ты болеешь. Только еще не будто болеешь. Вот так вот лежит. Защитники животных хотят добиться того, чтобы выставку закрыли, и даже написали письмо в администрацию. Если этого не случится, собак через месяц вновь ждет длительный переезд в тесных контейнерах. И так будет продолжаться, пока они будут оставаться в продаваемом виде.